Вот вернулись со сбора грибов. Брали с собой 4 ящика, но, увы, их не хватило. Вот, пришлось. Ну, мы как, собирали в корзины, потом туда пересыпали в ящики, чтобы машины везли. Вот, корзин не хватило, пришлось вон брать тряпку. Вот, и просто прям уже на тряпку в салоне УАЗика вываливали. Вот. Ну, вот так вот. Ну, хорошо, хоть тут от дома километров 6, наверное, не больше. Вот. Так что вот настоятельная просьба. Не просьба, а такая рекомендация. Берите с собой ящички. Вот, они вот в ящиках вот лежат, как будто, как в магазине. И проветриваются, и все хорошо, и замечательно. Вот. Не рассчитывали, что будет столько. Ездили на не в лес, а на поля. Вот. И вот на полях у нас что вот? Зонтики, дождевики, головачи. Вот. Ну и вот ящик маслят. Сейчас будем обрабатывать. Расскажем, как тут это все делается. Сегодня у нас 14 сентября 2015 года.